Во-первых, какими судьбами в Твери? Ну, тренер текстильщика Дмитрий Парфенов, вот к нему приехали в гости посмотреть на команду. Посмотрели первый тайм, как вам игра во втором дивизионе? Ну, равная игра, поле не позволяет показывать кондиционный красивый футбол. Главная проблема, наверное, на сегодняшний день в поле. Потому что видим то, что борьба присутствует, игроки стараются, «Волга» ни в чем не уступает, равная игра. То есть вот поле даже со стороны видно, что в плохом состоянии находится? Ну да, наверное, сколько лет, 20 назад я еще, наверное, на этом же поле играл, на этом же стадионе. Примерно тоже, да. Парфенов сейчас руководит текстильщиком, который идет в лидеры в зону «Запад», а вы вот закончили спортивную карьеру не так давно. Вот чем вы сейчас занимаетесь? Я закончил в штат, то есть у меня тоже есть футбольная лицензия. Сейчас поступаю на у меня на сегодняшний день категория «Б». Пойду учиться на категорию «А». То есть тоже будете тренером? Ну да, надеюсь.